Стрикс и тайное зелье. Лес. Не друидам вход воспрещен. Точно не хочешь, чтобы мы пошли с тобой? Не положено. Но у тебя ведь нога сломана. Строжайше запрещено. Друиды такими вещами не шутят. Ты похромаешь в лес один с больной ногой, и ты понимаешь, что тут будут проблемы. У меня нет выбора. Я пойду один. Да, у нас проблема. Тихо все. Панорамикс! Я знаю, нельзя прятаться в котле. Хотела вылезти раньше, но уснула. Только не кричи. Посмотри сперва на этот макет. Это такая... Пиксельна, но что ты здесь делаешь? И как мы теперь вернем тебя домой? Наверное, тебя ищут уже все деревни. Нет, я всем сказал, что она идет с нами. Что? Ты знал, что она сидит в котле? Ага, я видел, как она туда залезла. Что? А нам почему не сказал дубина? Потому что она меня попросила. А ты как думаешь, умник? Ну и что ты сказал деревне? Ой, Пиктина залезла в котел. Ну, молодец! И что нам теперь делать? В Корнутский лес женщин не пускают. А я думал, туда не пускают только недруидов. И женщин, конечно! Недруидам вход воспрещен, а женщинам тем более. Я что ли виноват, что друиды запрещают все? Мне запрещают волшебное зелье, только я не скандалю при этом! То есть ты тащил девчонку? В котле, и ты решил, что я даже не должен об этом знать? Интересно, а кто это сказал, что господин Астерик всегда все должен знать? А? Пиктина, Пиктина, ну что ты? Разве можно плакать, если ты собрал такой прекрасный макет? Ну-ка, объясни-ка мне, как все это работает. 17 января.